Ты чё? Там челик спамил про мать. Ну, ты понял, что он сделал с матерью. И его Эмери просто замутил с причиной неадекват. Справедливо. Да. Так. Кстати, давайте с МЦЛВшником что-нибудь замутим. А можно же скорую вызывать или нет? Ну, вроде скорую уже нельзя вызывать. Ладно, давайте сейчас по... челика обзвоню и... А, да. Даниэль лучший сотрудник. Грех ему премию не записать. А я? Ну, ты на втором месте. Ну вот, я молодец. Чё, у нас восьмерка еще здесь осталась? Да. Две причем. Давайте с МЦЛВ что-нибудь замутим. Он просил. Именно. Идите на ЦР, идите на ЦР, делайте этот. Собирайте на него досье. Берете, просто скупаете наркотики с разных лавок, все это фрапси, ну типа фрапси, да. Притоны. Есть активность на притоне рядом с ВК отстаю. Вот. Короче, что делаете? Водите, ну как тубрейд на ЦР был, да? Берете наркотики, скупаете, потом их везете в МЦЛВ, вот ты хочешь, отдаешь. Не, ну я понял, хрень, я понимаю, что это на экспертизу. Я имею в виду что-то по типу этого обыска у них, например, запрещенки. А, нет, мы на это не проверяем теперь. А, уже не проверяем? Ну, мне нельзя в данный момент, потому что у меня другая вообще обязанность. Не на нет, ну, типа я могу на материалы и на оружие проверять. Нет, только в воде. Мне пацаны пытались сбить, и в анимке стояла, они даже, я просто как стоял, они только бампер на мне оставили. Глава Ди отвечает за это, за наркоту же. Да, да. Они за все нелегально. И Сид также. Ди и Сид, они работают поэтому. Ну. Сид отвечает за оружие и коррупцию, вот такую. Нет, Сид отвечает за наркотики, материалы, патроны, оружие. Не за все отвечают, только у них у СИД немного такие другие обязанности именно в плане. Ди, вот, например, не может криминальные расследования расследовать. Они могут только расследовать, связанные с наркотиками. А вот СИД может. Что-то такое. Трудно объяснить. Да, поняли все уже. Походу я короче... ЛВПД не дождусь уже 3 минуты. Я ЦР чекаю, тут вообще никто наркоту не придает. Че, будем пытаться с этим с притоном чуть разбираться или будем ждать главных? Я могу собирать на облаву, как и все восьмерки могут. Ну чё? Во! Че, мне пойти этот... проверить, сколько там, да, времени осталось? Разве восьмерки могут? Только девятки. Могут, не и шестерка. А, ну окей. Так, ну чё, давай я тогда пойду посмотрю, сколько там этот на ацтеках. По времени будем собирать, не будем ими ее собирать. На ЦР я вроде посмотрел, там никто нарко не продает. Я проверю автобазар. Давай. Как и точно так же, как юиты проверяют просрав деньги. А чё ты? Так же, как юиты выигрывают в казино сегодня. Да, Юита. Что значит инкод 10-15? Блин, а жареная рыба портится? Да. Взрываем и арестовываем. Я что-нибудь пишу в департамент? Нет, ничего. Нет. Так, а чё? Что ж такое? СПД приехал за 24 секунды, значит, так же 20.
Притон около ЖДЛС пустой. Поеду на Ацтек сейчас. Взял 30 лямов, иду в этот. Че, будем отвечать им что-нибудь? О притонах? Да, насчет притонов. Ну, пусть Альфа ответит. Если он на сервере. Ну, Альфа еще не...